В Подмосковье с 10 июня снимается запрет на добычу водных биоресурсов на водных объектах. В регионе окончился нерестовый период. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Вместе с тем ведомство тщательно отслеживает ситуацию в водоемах, где обитают рыбы, занесенные в Красные книги России и Московской области. Напомню, что незаконные добывания, продажа, уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу региона, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц от 50 до 100. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.